Эти знаки зодиака очаруют кого угодно. Обаяние – это наиболее таинственное качество характера, которое почти магически влияет на окружающих. Обаятельные люди располагают к себе с первого взгляда. Легко нравятся самым разным людям и при этом, казалось бы, не делают ничего особенного. Остаться равнодушным к их чарам почти невозможно. Чаще всего обаяние – это врожденное качество. Другим же порой приходится тратить годы и годы, чтобы овладеть его секретами. Излишне говорить, что обаятельным людям гораздо легче сделать блистательную карьеру и устроить свою личную жизнь. Их влияние на людей похоже на магию. Астрологи утверждают, что некоторые знаки зодиака в полной мере наделены этим магическим качеством. Итак, какие знаки зодиака могут очаровать кого угодно? Близнецы. Чемпионы в этой дисциплине – близнецы. Они нравятся часто вопреки тому, что люди о них знают. Не имеет значения, сколько обещаний они уже не выполнили и сколько раз люди зарекались не иметь с ними дела. Близнецы вновь и вновь уговаривают людей на самые невероятные авантюры. И так невинно признают свои ошибки, что отказать им почти невозможно. Близнецы обладают способностью говорить о чем угодно и с кем угодно, без малейшего напряжения. Ну а чувство юмора помогает им покорить даже самых молчаливых и необщительных. Их управитель Меркурий дарит своим подопечным легкость, общительность, артистичность, остроумие и красноречие. Весы. Коллеги близнецов по воздушной стихии Весы находятся под покровительством Венеры. Она наделяет их дипломатичностью, приветливостью, отменными манерами и талантом никого не ранить. Весы чувствуют себя в обществе, как рыба в воде. Более того, они сами его создают. Весы – это мастера любезной светской беседы и всеми возможными способами избегают открытых конфликтов. Рядом с ними комфортно даже самым отъявленным мизантропом. Рак. Люди этого знака управляются Луной, который дает им не только фантастическую интуицию, но и успех в любви, чувствительность, доброжелательность и мягкость в общении с окружающими, а также умение вызывать всеобщую симпатию. Раки обладают даром создавать теплую и уютную атмосферу. Они тонко чувствуют своих собеседников и мгновенно улавливают настроение окружающих, поэтому почти никогда не попадают в неловкое положение. Они часто пользуются популярностью в обществе. Скорпион. Собратья раков по водной стихии скорпионы проницательны и без труда угадывают мысли и желания окружающих. Плутон наделяет их чувственностью и почти магической привлекательностью. Марс наделяет их страстным темпераментом. Скорпионы производят сильные впечатления на окружающих и при мимолетном знакомстве, даже когда не стараются очаровать кого-то. Ну а если это входит в их планы, то легко подчиняют своему влиянию даже самых непреклонных. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.